Трини, посмотрите. Вот у меня нашивочки на груди, посмотрите внимательно. Я еще раз спрашиваю, почему матом ругаетесь вообще на месте при людях? Я не ругался матом, вы что? Это я говорил. А то покажите есть... ваши нашивочки, пожалуйста, я не вижу. Вот у вас на груди что-то висит. Это секретная личность. А, я тебя за НРПК подкину. Вы можете показать. Я тебя за НРПК подкину. Это что у вас голосом? Что вы кривляетесь? Вы только что на встречный голос говорили. Вот мой голос. У вас какие-то вас задержать или что, я просто не понимаю? За что вы меня задержите? Задерживаю за халатность. Вы ругаетесь матом и халатность. Я вот не ругался человек, наверное... матом, никакой халатности. В чем у меня халатность? Объясните вызывал мне. Вызывал вас после слова. Где у меня халатность? Я его еще откину. Хорошо, я цитирую, как вы сказали, кто тут нахуй в маске? Вы вот так сказали. Халатность? Вам что, кажется, что... Молодой человек, отойдите отсюда и не мешайте. Повторяю, еще раз. Не мешайте, считай до трех, да вы задержаны будете тоже. Да хоть до десяти досчитай, нормально разговаривай. Пошли. Ой-ой-ой. Тоже мне, блин. Вот и я тоже так думаю. Я почувствовал. Обломаю тут же, блин. Почему вы сейчас стоите и впитываете это все, как с вами общается вот данный человек? Потому что он не прав. Ну это да, это я согласен, не прав он. Вас не слышно? А почему у вас глаза накрашены при исполнении? Расскажите, пожалуйста. У меня глаза не раскрашены. У него глаза раскрашены, я вот вижу, да. Этический кодекс не соблюдаем, да? Сходили бы, смыли макияж хотя бы. Так, а спец, у тебя вообще глаза обкурили? У него ямочки под глазами просто. А зачем вы за него-то говорите? У него он сам не может. Да он просто после гей-клуба умыться не успел. Это я тоже, да, кстати, да, возможно. Вы задержаны по статье 15.6. Вы имеете право хранить молчание, так что, что вы скажете, будете использовать в суде. За что? Да, за да, что? Вы задержаны. 15.6, все непонятно. Что? Беги, беги, что? Беги, беги. Да я не буду бежать, никуда я бежать не буду. И мне интересно, за что меня задержали? 15.6, еще раз повторяю. А объясните мне, что это такое? 15.6, расскажите. За что? Вы не имеете права меня задерживать. Вы в курсе, нет? Я не имею права задерживать.